Продолжается общероссийское голосование. По итогам 5 дней явка составила почти 50%. Это больше, чем в целом по России. Свой выбор по поправкам в Конституцию сделали более 500 000 жителей региона. За сутки в избиркоме зафиксировали 6 жалоб и обращений. В основном люди спрашивают, где можно проголосовать. Также поступил вопрос по участку 1909, в котором, по сообщению жителя, выдают недостаточно средств защиты. По этому факту проведут проверку. А много вопросов от тех людей, которые хотели бы проголосовать по месту пребывания. Для этого были все возможности. К сожалению, на сегодняшний день голосуют у нас люди только по месту своей регистрации, по месту жительства. Поступает очень много обращений, что используются бюллетени для комплексов обработки избирательных бюллетеней. Они несколько отличаются от общеустановленного образца, и вместо гербовой печати у них здесь определена печать прямоугольная. Она является номерной. Бюллетень имеет защитную сетку с обратной стороны и является документом строгой отчетности. Это полноценный бюллетень, он также заверяется подписями двух членов участкового избирательной комиссии и является полноценным документом.